Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Хочу сегодня предложить вам рецепт турецких пончиков под названием «Пищи». Берем теплое молоко, добавляем соль, сахар, муку, разрыхлитель. Самое главное в этом рецепте не переложить муку, а то пончики получатся жесткими. Итак, муку добавляем постепенно. Тесто должно получиться мягким и чуть липким. Тесто выкладываем на стол и раскатываем скалкой в виде прямоугольника толщиной 0,5 сантиметра. Тесто делим на полоски и обжариваем в хорошо разогретом фритюре. Как только пончики начнут надуваться, сразу же переворачиваем. Обжариваем пару секунд и опять переворачиваем. Обжариваем до золотистого цвета. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце. Приятного аппетита!